тоже полос, тонкохвостый. Тут тепло, так у них специально еще внутри температура поддерживается. Королевский питон. Он еще небольшой пока. Отдыхает. А вон красный. А это гондурасская молочная змея. Ужеобразная. Жарко тут как. Тут всех и не рассмотришь, да? Как они тут сливаются. Это аквариум, океанариум. Усатый соник. А барбузы похожи на пираньи. И вот эти тоже на пираньи похожи. А это серебристые метинисы. Наверное, все мы с вами посмотрели почти. Цыпляточки. Красивые пташки, какие тут звуки прекрасные, попугайчики, горлицы, кукушка даже обыкновенная. Красавцы все. Вот мы дошли и до варанчика, до большого. Мангустик змеелов. Вон они какие. Мангустики. Большой. Как в Гарри Поттере. Вот они все бегут.